Джинни, Джинни, появись! Повезло тебе, подруга, здесь я уже. Что угодно, ваша светлость. Первое. Хочу, чтобы на Лысой горе рядом с королевством скорее появился центр шепот-терапии и лола-развлечений. Ну, это не проблема. Будет исполнено, моя госпожа. Не терпится увидеть результат. Ну, я побежала смотреть. Подождите, ваша светлость, не торопитесь. Могу что-нибудь лично для вас исполнить. Загадывайте еще любые два желания. Я себе все могу позволить и сама купить абсолютно все, что только захочу. И это чистая правда. Высокоуважаемая дива была настолько богата, что никогда не знала, сколько у нее монеток. У вас, госпожа, похоже, монеток столько, что курам не переклевать. Нет, ты меня не так поняла. Просто я мало чего хочу. Уважаемая госпожа, я должна что-то исполнить лично для вашей светлости. Ну, если так, то можно мне новые стильные кроссовки? Какие кроссовки? Вы же еще коньки с прошлого раза не износили. Ты хочешь со мной поругаться и обратно отправиться в кувшин на 1000 лет? Нет, не хочу, ваша светлость. Ну и все. Тогда не надо со мной разговаривать, а просто исполняй мои желания. Слушаюсь и повинуюсь. Будет исполнена ваша светлость. И третье последнее желание. Хочу, чтобы я всегда всех могла удивлять своими поступками и желаниями. Я же настоящая дива. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и пишите комментарий, какого героя вы хотели бы увидеть в следующем видео. Еще более 20 серий ожидают вас в скором времени, поэтому если вы ждете продолжения и не хотите пропускать новинки моего канала, то обязательно подписывайтесь на него. Также активируйте колокольчик и переходите на другие видео и рубрики моего канала. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!